Сегодня стартует Одесский международный кинофестиваль. Программа мероприятия включает эксклюзивные премьеры фильмов, а также мастер-классы от кинематографистов с мировой известностью. В Одессе 13 июля стартует 9-й краткое международный кинофестиваль. Мероприятие продлится 9 дней и будет включать в себя эксклюзивные премьеры фильмов, а также мастер-классы от кинематографистов с мировой известностью. Программа кинофестиваля предусматривает показ более сотни фильмов, а также питчинг, конкурс полнометражных кинопроектов украинского производства или в копродукции с Украиной, предназначенных для кинотеатрального проката, презентации новых проектов, воркшопы, кинорынок, встречи с режиссерами. Отдельную программу создали для детей. День открытия 13 июля традиционно начнется с красной дорожки, на которой появятся представители отечественной и западной киноиндустрии. После этого пройдет официальная церемония открытия, которая перейдет в кинопоказ. Программа первого дня Одесского международного кинофестиваля. Театр оперы и балета. 17:30, 18:30, красная дорожка. 18:30, официальная церемония открытия. 20:15, женщина на войне. Woman at War. Режиссер, Бенедикт Эрлинсон. Исландия, Франция, Украина. 2018. Зеленый театр, Green Theater. 21:30, кукла. Короткие встречи. Кира Муратова. Ранее сообщалось, что на Одесский кинофестиваль приедет голливудский актер Эрик Робертс. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Корреспондент.нет. По материалам сайта newsgro.com.